Здание на Можайском шоссе 96 – это бывший детский сад. Оно было построено в 1980 году. В 90-е перешло в частные руки и с тех пор по назначению не использовалось. Теперь же ему дадут вторую жизнь. В прошлом году объект был выкуплен за счет средств областного и муниципального бюджетов и передан в муниципальную собственность. Уже весной здесь стартует капитальный ремонт. В первую очередь необходимо устранить дефекты несущих конструкций и подтопления подвала. На начало марта месяца мы планируем подписание муниципального контракта и, соответственно, как только муниципальный контракт подпишут, то в начале марта здесь уже будут рабочие. Пока здание охраняется, чтобы от вандализма мы смогли уберечь его. Микрорайон, в котором расположено здание детсада, остро нуждается в дополнительном дошкольном учреждении. Только в близлежащих домах очередность около 200 детей. В основном это малыши до 3 лет. Поэтому в обновленном садике будет открыто 2 ясельных группы. По предварительным оценкам экспертов, стоимость ремонтных работ составит около 120 миллионов рублей. И это значительно дешевле, чем строить здание с нуля. В Одинцове такой подход уже стал тенденцией, которая доказывает свою эффективность. Потратив 120 миллионов, получим детский сад на 150-160 мест с учетом уплотнения. Тоже очень эффективное вложение, потому что если все делать с нуля, с учетом всех требований и нормативов сегодняшнего дня, это, конечно, затраты больше, чем мы тратим в ремонт старых зданий. Тем более, что они в хорошем состоянии. Завершить капитальный ремонт детского сада, укомплектовать его мебелью и всем необходимым планируют уже в августе. А в сентябре он будет готов принять детей. Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».